Всем привет! Всем привет! Катя ест свои эти огурчики, которые она любит, которые вчера купили, которые она любит нарезанные. Они очень сочные, вот она их прям обожает просто. Она уже поела, сейчас ест. Я уже отвезла Машу, Маша вернулась, я отвезла ее на работу. Короче, ребят, что пришло мне в голову? Вот эту вот штуку отдать Маше. Она сейчас так обрадовалась с утра. Ей с собой, у нее там нет, есть только общая плита, а у нее в ее комнате нет плиты. И, в общем, вот эта штука ее очень сильно спасет. Я еще достала ей, она отнесла уже в комнату. Там инструкция от этой штуки, и в ней там рецепты, как ей пользоваться. Ну, тут на самом деле большого ума не надо, тут он всего, все в принципе и так понятно, и курица, и фрайс, и бекон, и что-то подогреть, и, в общем, все-все-все здесь есть, и поджарить, и, в общем, все-все-все здесь есть, все режимы, тут, в принципе, и так все понятно. Но она еще там рецепты увидела, говорит, ой, говорит, классно, то есть, меня, говорит, эта штука очень сильно спасет, реально это очень удобно, она легкая, она, как бы, очень проста в употреблении, сюда эти штучки, она, по-моему, их тоже уже утащила, нет, не утащила, сюда поставила, вот эти вот тарелочки, и все, ее не надо мыть. То есть это, конечно, удобнейшая вещь. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Спиди. Погулял, поел, все. У нас уже сколько времени-то? 11:30. Вот. И, в общем, это очень-очень удобная вещь ей в комнату. Идеально просто. Просто идеально. В общем, это ее, конечно, спасет. Смотрите, как мне Лиза опять засрала все. Как приедет, так обязательно что-нибудь досрет. Да? Что-нибудь досрет. Тиму, мальчик. Тиму такой сладкий. Иди спи, иди спи, иди спи, 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 иди спи. А я ей еще предложила вот эту штуку взять. Это мои дети ели, я убрала подальше от собак. Вот эту штуку, но она очень большая. Она максимального такого размера, и, ну, она такая большая, конечно, не нужна, нафиг она вот такая, там большая довольно чаша, в ней можно готовить все, мультиварка, и она говорит, мам, говорит, давай, говорит, я сначала вот это, говорит, заберу, а потом, если что, говорит, это, вот это вот, ну, я привезу ей, если что, но она реально очень большая, мне кажется, если такую иметь в комнате, то, ну, маленькую. Она максимальная прям. Она нам была большая, на нашу большую семью она нам была большая. В ней готовить там очень большая чаша. Ну ладно. Так, сейчас мама позавтракает. Дети у меня уже позавтракали. Да, собаки позавтракали. Да. Так, что я буду завтракать? Пока у меня дети мультики смотрят. Включили опять своих этих наследников по кругу. Дисней, который. И я тут занимаюсь ошейником. Я поставила его, я собрала его, я поставила его на зарядку. От стола у меня заряжается, собаки ходят за мной просто по пятам, хотя ни грозы, ничего нет. Все время, куда бы я ни ушла, ни... причем спать хотят оба, приходят ложатся, а я же туда-сюда все время передвигаюсь. И они за мной никак уснуть не могут. Че к чему, не знаю. В общем, все поставила на зарядку, 4 часа это все заряжается. И, в общем, дальше посмотрим. У меня инструкция, вот такая коробочка, напомню, мне пришла с этим ошейником. Не знаю, пока ничего сказать не могу, порекомендовать ничего не могу, пока не знаю просто. Вот, но по рекомендациям Амазона все хорошо, все классно. Сейчас заряжу, посмотрим. Я уже, правда, собак погуляла, мне было не до ошейника пока. И вот сейчас я только им занялась, поэтому, скорее всего, не знаю. Ну, до завтра, наверное, буду тестить, там дальше посмотрим. Такой вот он довольно тоненький. Посмотрим. Псарня моя. Приготовились уже дальше идти. Ну, пойдем. Это тебе релакс включила. Пойдем дальше. Пилигримы мои, пошли. Я сейчас пока пойду разбирать белье. Дети тут опять в этом мультике. Лаврик с этим соком своим. Уже, не знаю, третий, наверное. Хорошо, не в это. Я пойду пока разберу белье. Вы со мной, да, я помню, вы со мной. Я пока разобрала вещи, у меня хоть Мила поспала. Джерри там за стеночкой тоже вырубилась. Я сейчас пойду разносить все. Опять будет за мной ходить. Милочка вырубилась, вообще не реагирует. Вещи разношу. Видите, как у меня коти время проводят? Пока Масяни нету. Да, лежит тут, кайфует на медведе. А двое, один под кроватью, второй в ванне сидит. Джерри, Джерри, не трогай кота. Джерри, не трогай кота.
Джерри! Мы еще не разобрали ничего. Маша сегодня, наверное, будет разбирать. Ну или попозже. Ни коробки, ничего пока не заполняла. Вот то, что вот купили, туда все скинули. Эти пакеты прямо из Walmart, прямо в эту корзину. Ты куда? Ты куда? На кровать! На кровать! Он, кстати, знаете, почему черный тоже, пишите мне, почему он не белый? Это у него нижняя... как? В общем, он когда обрастет совсем, он будет белый. Он внутри и был черный. То есть у него сверху будут такие белые, белая вот эта вот волосня будет. Вот, ой, обмусолили мою котю. Будет беленький. А внутри вот, вот эти вот части, они у него и были такие черные. А вверх он уже, видите, он уже светлеет. То есть обрастает, и вот этот верх уже пошел светлый. А дальше будет еще светлее. То есть он прям светленький будет. А вот внизу он вот такой вот темненький. Да? Крысёвчик мой такой. Мур-мур-мур. Мур-мур-мур. Да что ж тебе не спится-то? Ходит со мной, белье разносит просто. В общем, вот эти вот книжечки, которые были от этого... Эйрфраера. В общем, одна книжечка была, инструкция, как им пользоваться. Ну, так, на всякий случай. Может пригодиться. И с рецептами. Ну, зная Машу, здесь рецепты она, ну, максимум 2, там, я не знаю, использует. И, ну, судя вот по картинкам, а я просто знаю, что она ест, что она не ест. И поэтому, я думаю, здесь, ну, так, парочка, может быть, она использует. Ну, на самом деле, я говорю, Маш, вон, YouTube... Рецепты в эйрфраере и все. Я еще мультиварку пыталась ей. Ну, реально, мы что-то поговорили с ней, она реально очень большая. Но там рецептов. Там вообще никакая плита не нужна тогда. Если и мультиварка, и эйрфраер, то вообще ничего не надо. Розетка, чтобы была, и все, больше ничего не надо. Ну, в общем. Ладно, пригодится? Хорошо. Не пригодится, интернет в помощь. Сынуля у нас молодец вообще. 3 часа дня он еще из комнаты своей не вышел. Я вещи разношу, он еще даже не выходил у меня. Но он на самом деле не спит. Он встает, не знаю, часов, по-моему, в 11, но уже точно он сегодня встал. Он, я слышала, он по телефону с учителем разговаривал. Я слышала разговор просто, и сейчас, видимо, что-то делает. Он реально, он не может даже завтракать, не может рано. Он выходит только оттуда, выползает к обеду, а там у него уже куча дел попеределано, уже что-то там сделал, уже с кем-то поговорил. В общем, он у нас такой парень. Не может он завтракать рано. Он прям говорит, мам, я, говорит, прям не могу, говорит, с утра есть. Вот у него завтрак реально вот в обед начинается. Так и живем. Что-то у меня шея сегодня болит. То ли я лежала неудобно, то ли что, я не знаю. Прям еле верчу ей. Пошли, псарня. Пойдем, мой мальчик. Вот котик пусть остаются. Все. Все, мой маленький. Мазня, мазня. Так, вечер. Уже искупала детей. Катя, смотрите, в какой пижамке красивой. Эта пижамка у нее, кстати, светится. Катюш, ты помнишь, что она у тебя светится в темноте? Да, там, по-моему, вот эти единороги светятся. У нас все пижамы пока как раз, которые вот эти вот большие. Да он сам уйдет, не надо. Он сейчас за мной уйдет. Я сейчас пойду, он за мной пойдет. Не съест, это же не Джерри. Этот ничего не ест, этот хороший котик. И у нас вот эти вот теплые пижамки, они все как раз. Хотя одну достала, оделась в нее, замерзла. Ну, не знаю, ты замерзла или что? Что ты ее одела-то? Или просто так ты ее одела, да? Ну, в общем, она очень такая пушистенькая, прям флаффи-флаффи. Я говорю, Кать, будет, когда у тебя Новый год, Крисмас, говорю, пойдешь в этой пижаме, если не перерастешь ее. Катя у нас любит вот такое вот все, прям флаффи-флаффи, чтобы было везде у нее. Надо, кстати, ей наволочки. Вон, видите, у меня желтые наволочки лежат на подушке. Они, кстати, прикольные. Кать, можно тебе поменять? Там такие наволочки с висюльками. Я что-то забыла про них, они новые лежат. Может, мы с тобой поменяем? Хочешь? Я говорю, хочешь, я тебе... Это такие флаффи как раз. Я вообще про них забыла. Это наволочки на подушку, которые с висюльками. Поменять? Попробуем? Катя пока все это любит. Господи, я забыла про них. А если она флаффи, то я... Тебе понравится, я думаю. А то, так, знаете, это время... Да, да. А то это время быстро проходит. Скоро вот, например, Маша сейчас такие покажи. На, Маша, тебе такие наволочки. Она скажет, мам, ты что, вообще, что ли? Поэтому такое время проходит очень быстро. Как в случае Маши. А тут видишь, как это на скотч
Так, давай подушки. Давай, обе подушки давай сюда. Сейчас мы их поменяем. Это обычный стандартный размер. Окей, давай. Давай, зайчик мой. Сейчас мы с тобой красивые сделаем подушки. Да. У нас тоже, конечно, красивые. Но сейчас будет еще красивее. Давай помогу. Давай, разворачивай. Ну-ка. О, какие красивые. О, на замочке. Ну-ка. Да, это обычный стандарт. Тебе нравится? Угу. Нравится? Или уже все, не надо? Серая, черная, подавай. Нравится, Катюх? Да, нравится. Если не нравится, я себе заберу такие. Делаем? Одеваем? Да. Одеваем. Сейчас будут у нас красивые подушечки с такими вот весюлечками. Они мягкие-мягкие. Как, даже не знаю, что это. Как кусочки поролона. Как будто бы. Ой, какая прелесть. Так, ну-ка, давай-ка. Так, Катя тоже одну снимает. Сейчас мы оденем. О, какие классные. Что удобно, они на замочке. Смотрите, как прикольно получилось. Катя, смотри. Давай, я сейчас сделаю. Иди сюда. Иди сюда, смотри. Ну как? Нравится? Флафи-флафи. Давай, я это сделаю, давай. Угу. Я буду это с ней спать. С ней спать будешь, давай складывай туда. Красивые очень такие наволочки. Вот эти так. Давай, эти я в стирку брошу, давай. Давай, ну-ка, клади-ка. Уэш! О, точно, дай сюда. Най! Давай, клади. Най! Так, только смотри на замок. Замок, да, внизу должен быть. Угу. Держи. Красиво клади. Может, уберем игрушки уже? Но! Нет? Не заметила. Ага, о! Не, мне кажется, так не надо их прятать. Они, мне кажется, мягкие, и тебе они не будут мешать, если ты лицом на них ляжешь. Ну, смотри, как удобно. Ну, чё? Угу. Нормально, все. И Флаффи одеялка у нас, и Флаффи простынка у нас. Просека, пойдем. Котя моя села в одиночестве поиграть. Да. Не пущу никого. Все, давайте. Сидим, ждем тут. Катя говорит, мам, закрой только, пожалуйста, дверь, чтобы собаки не сидели возле меня. Потому что там много маленьких деталек. Кошка проголодался. Полдня у Машки пролежал. У нас уже вечер. Лаврушич тоже тут занят своими делами. Чем ты занят? Что ты делаешь? Просто играешь, тоже уже искупала, высох уже. Да, пойдем выбрасывать мусор, пойдем. У меня дети сегодня весь день смотрели Дисней. Сейчас смотрели Camp Rock, уже вторая часть, и у нас какие-то перебои с интернетом. Вот прям задолбали, я не знаю, может из-за лайтингов, из-за этих постоянно, ну, там, темное небо, эти молнии. Может, из-за этого, не знаю. Ну, короче, смотрели весь день. И в итоге разошлись по комнатам. У нас нет интернета. В айпэдах тоже. Ну, не знаю, я Катя так включила интернет. А так вообще нету. Ни на телевизоре, нигде, короче. Я не знаю. Так, у меня такая движуха была сегодня днем. Шумно было, весело. Сейчас все разошлись по комнатам. Ой, ты мой сладенький. Я сейчас приготовлю детям покушать. Боже. Это что-то. Просека. Лёва, и давно он так? В бессознательном состоянии. Я выгнала их из Машкиной комнаты, так он сюда телепортировался. Просека, ты чё, Просека бахнул? Ты моя котя. Так, Лёва тест сдаёт. Он тебе не будет мешать? Окей, ладно. Но вдруг собака выгнала. Ладно, всё, Лёвка тест сдаёт. Тишина. А я уже приняла душ и приехала забирать Машу. Она мне написала, наверное, еще полчаса назад. Мам, выезжай за мной. Выехала мама. А я сегодня, ребят, походу не успеваю видео смонтировать. Но я, может, еще успею. Попробую, по крайней мере, успеть. Надеюсь, завтра оно выйдет. Ребят, расскажу скоро про школу. Какие у нас изменения. Отдельно уже расскажу. Не знаю, наверное, когда школа начнется уже. Маська. Дома. Мася. Два Махи дома. Картина. Маша и тарелка. Белоснежка и три гнома. А остальные на... А, у Лёвика коты. Этот Прошка у Лёвика. У тебя? А, у тебя Жорик.
Ай, не досталось. Ничего не досталось. Даже тарелку не облизали. Зря сидели. Всем поделишься? Раз это... Шашла подрожат. Ждать. О, какие умнички. Какие зайки. Молодцы. Тихо. Лёва орёт. Всё, тишина, тишина, всё. Маш, закрой. Сейчас Мася сожрётся. А, что-то Джерику не зашло, что-то. Дома. А, не зашло. Ты в мандариновом соусе дала? Нет. А, не, обычное. Они просто ледяные. А, они холодные. Да собакам прям имеет значение. Ледяные, не ледяные. Им бы лишь бы что в пасть упало. Джерику так вообще все равно съедобное, несъедобное. Ему и угол от стены подойдет пожевать. Катя дала огурчик. Господи, какие же они вкусные, вот эти огурчики. Самые-самые вкусные и привкусные. Знаете, что смотрим? Классный мюзикл. Зависли. Сейчас Маша стояла, зависли с ней тоже, смотрели. Она говорит, мама, говорит, Лаврик, говорит, так похож на Зака Эфрона вот в этом фильме. Вот и прическа похожа, и все, говорит, прям вообще говорит, так похож. Такой же, говорит, милота-милотой. Потом, конечно, они все меняются, но вот реально вот пока он прям вот милота-милотой, как Зак Эфрон тоже когда-то. Потом, конечно, все меняется. Вот, и сейчас вот у нас по мюзиклам прибиваются дети. Camp Rock посмотрели, сейчас классный мюзикл. У Кати своя программа в наушниках. Я успела сделать ролик. Я успела смонтировать. Сейчас он у меня на рендере стоит, поэтому завтра ролик выйдет как обычно. Пока дети там пляшут, мы тут с собачелами. Я высохла. Маша решила никуда не поехать. Она, короче, все выдохлась. У нее там планы были после работы поехать дальше тусить с друзьями, потому что она же уезжает скоро. Короче, все, выдохлась. Я, говорит, пошла в душ и спать. Все, говорит, не могу. Я говорю, ну, как бы, понятное дело, что ты не выдержишь. Ну, в общем, пошла, она легла. Так что я уже вечером погуляю собак. И все, она уже спатеньки. Ребята, я погуляла собак. Хотела с вами поделиться. Лёва сейчас зашел, он сдал тест, он сдавал SAT, это как ЕГЭ в России, и сдал его на очень хороший балл. Но это был practice-тест, когда он просто дома как практикуется, его тоже можете сдавать сколько, ну там, что-то он мне сказал, раз в 6, что ли, у него там, или я что-то не так услышала. Ну, в общем, он закрылся часа, я не знаю, часа 2 или 3 его не было, я не знаю, сколько я тут детей гоняла постоянно, чтобы они тихо-тихо, у них и телевизор тихо, и чтобы они тихо, в общем, чтобы Лёве не мешали. В общем, он сейчас выходит, такой довольный, показывает мне свой компьютер, открывает, говорит, как он хорошо сдал, садись со мной, пожалуйста, и как он хорошо сдал тест, и, в общем, я очень рада, и он очень рад, страшно, вот, и, в общем, хотела с вами поделиться. Да, друзья, еще спасибо вам большое за комментарии. У меня много очень хороших комментариев. Понятно, завтра разные. Мы идем на мувии. Да, завтра, завтра. Много всяких комментариев, но хороших от вас тоже очень много. Спасибо вам большое. Мне прям хочется вот каждому из вас сказать спасибо. Спасибо большое. И вот хотела с вами еще поделиться. Вообще про школу и про Лёвину школу расскажу и у детей какие изменения. Расскажу попозже все это. Уже, наверное, отдельным видео. И вот этот момент тоже расскажу. Что, Наруш? Ничего. Вот. У нас уже вечер, я даже не знаю, сколько сейчас времени. В общем, все, можно шуметь, прибавить телевизор. И сейчас уже пойду укладывать потихоньку детей. Чистить зубы, ложиться и, в общем, вот так вот. Так что я очень рада. Я за всех детей всегда радовалась, девчонки, когда сдавали, разные результаты, и Лиза, когда сдавала, мы это снимали еще, когда в Майами жили, как я ее возила сдавать этот SAT, она у нас первопроходец, вы знаете, здесь как-то она даже шутит,
Как-то она так шутит. Она по-английски говорит. И если перевести... сейчас. Типа я страдала для того, чтобы вам было легко. Что-то такое. По-моему, вот так вот в переводе это. Ну, типа я страдала, чтобы... Я типа прошла такой путь страданий, чтобы вам, братья и сестры, было легко. Типа того. Вот. Она же у нас старшая, первопроходец, и вообще самая первая, кто попала в high school здесь. И вообще в школе она много всего прошла. И вообще все у меня дети в школе много всего прошли. И буллинг в том числе. И все дети, кроме младших пока. Ну, младшая школа, это как бы пока еще. А вот средняя и старшая школа, особенно старшая школа, там буллинг присутствует. Вот спрашивали тоже меня как-то по поводу буллинга в школе. Присутствует. Но у меня дети прошли буллинг и в российской школе, и в американской школе, то есть везде. Я в свое время тоже при царе Горохе, там еще 80 лет назад, тоже проходила буллинг в школе. У меня было 4 школы, я тоже проходила буллинг, я тоже знаю, что это такое. Но дети у меня в 2 странах, получается, это прошли. Вот, это все присутствует, это все есть. Не верьте в какие-то сказки, которые приезжают иммигранты и рассказывают, что как все хорошо в американской школе, и это не так. В американских школах все есть абсолютно, и наркотики, и буллинг, и, в общем, все там есть, всего хватает. Но в целом, когда я детей спрашиваю, где им больше понравилось учиться, они все равно говорят, что в Америке им больше понравилось учиться. И вообще, когда они приехали сюда, я это все в видео показывала, помните, видео нашего переезда, они там рассказывают про школу, я каждого прям интервью брала у каждого, и у Лизы, и у Маши, и у Левы, это получается и high school, и middle school, и elementary, все 3 школы, и вот они у меня все втроем давали интервью, рассказывали первые впечатления о школе, и у всех аж вот это как у Милы и у Джерри, аж вот слюни летели, как им все нравилось, но тем не менее, все они прошли в этих школах. Тем более, школ у них здесь было несколько. У каждого из них было здесь несколько школ. Ввиду наших переездов. И ввиду того, что школа меняется. Здесь же не одна школа, а 3 школы проходишь. Еще вот этот вот момент. Вот, так что я сейчас очень рада. Спасибо заранее вам за поздравления будете писать. Спасибо вам большое. В общем, я хотела поделиться с вами вот такой радостью. Я что-то мысль потеряла, что-то я хотела сказать, что-то я начала говорить про школу и потеряла мысль. Ну ладно, сейчас, если вспомню, скажу. А, вспомнила, про SAT я говорила. И про SAT, как Лиза проходила, она сдавала, я не помню сколько раз, по-моему, 2 или 3 она сдавала. Первый раз сдается бесплатно, а второй и последующие разы, его, по-моему, бесконечно можно раз сдавать, но это уже платно. А сколько, по-моему, что-то $60 с чем-то, по-моему, стоит следующие разы сдавать, каждый раз нужно платить. И засчитывается, вот сколько бы раз ты не сдал этот SAT, и засчитывается из, допустим, 10 раз, засчитывается самый лучший. Ну, я думаю, такая стандартная практика, все они, наверное, знают, самый лучший из них. То есть сдаешь, и тебе там из 10 выбирают самый лучший. Вот, и также Маша потом сдавала, тоже разные были результаты, и хорошие, и плохие. Маша тихушница страшная, там даже, мы даже не знали, что она там что-то сдавала, то есть она, мы знали про какие-то разы, про какие-то не знали, то есть Маша страшная тихушница, я ее опять же понимаю, я сама такая. Вот, и вот Лёва сейчас, вот Лёва у нас получается переходит в 11 класс, и сейчас он будет сдавать первый раз свой SAT по... не понарошку, так скажем, по-настоящему, то есть уже не дома, а как практис-тест, как это перевести, ну, как тренировочный тест, а уже по-настоящему, уже по-взрослому, вот. Уже когда сейчас перейдет уже в 11 класс, он, кстати, уже перешел, уже у него программа, у него уже все, у него выбраны предметы, программа, у него уже все это есть. Вот, так что вот, в общем, поделилась с вами. Друзья, записываю это видео уже на следующий день. Лёва согласился немножечко нам с вами дать интервью. Мы хотели сказать большое спасибо Ольге, это репетитор Лёвика. Да, спасибо большое. Да, она с ним занимается. Уже сколько вы занимаетесь, Лёвик?
знаю. Что-то года 2-3 даже, да? Больше. Блин, я даже не знаю. Но долго вы занимаетесь, да, это наш репетитор. Да, и ей спасибо огромное, что Лёвка... Играй, мы тебе не будем мешать, я чуть-чуть хоть тебя покажу. И Лёвка занимается, и благодаря ей в том числе он сдал хорошо. Практичный тест. Да, я сказала, тренировочный такой тест, как тренировочный, да, его можно назвать, этот тест, да, и Лёвка его сдал благодаря в том числе и Ольге. То есть не просто Лёвка у нас такой умный, он просто занимается много. Да ладно, он у нас скромный просто, страшно скромный у нас, как Жорка скромный. Жорка, он скромняшка наш, ой, скромняшка наш, ой, кайфушник, скромняшка, да?